Приморский край отмечает 85-летие завершения военных действий на озере Хасан. 29 июля 1938 года японские войска атаковали советский пограничный отряд и пересекли границу СССР в районе озера Хасан. Спустя почти две недели ожесточенных боев советская территория была полностью освобождена от захватчиков. Минутой молчания на братской могиле во Владивостоке почтили подвиг героев. Потомки не по крови, но по духу нескончаемой вереницей несут цветы к памятнику тех, кто спас эти края от милитаристских захватчиков. Сегодня у нас на мероприятии присутствует наша молодежь, наша гордость. Я считаю, что их задача помнить об этих событиях, передавать эту память, этот исторический код будущим поколениям, для того, чтобы мы, наша нация, наше государство всегда могли существовать.